Студенты-медики спешат на помощь. В сложное для Ненецкого округа время, связанное с распространением новой коронавирусной инфекции и вспышками сезонных заболеваний ОРВИ, молодежь региона не остается в стороне. С 10 ноября будущие профессионалы приступили к возложенным на них обязанностям. Подробнее Любовь Пермякова. Розалина Мерзликина, Даниил Абрамов, студенты третьего курса по специальности лечебное дело, стали участниками медицинских отрядов. На просьбу губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного помочь в сложное для региона время, ребята откликнулись в числе первых. Лично я занималась термометрией, то есть стояла на входе и измеряла температуру приходящим пациентам. Сегодня я работал в кабинете для приема вызовов. И доставлял с регистратуры, получается, карточки для сегодняшних вызовов. А много вызовов сегодня было? Сегодня 4 листа по 15, по 20 человек, наверное. Угу. Примерно так. Всего на помощь врачам призвали 18 студентов-старшекурсников из социально-гуманитарного колледжа Наринмара. Все ребята оказывают посильную помощь в подразделениях окружной больницы. И сегодня в полном составе, те, кто у нас в строю, те, кто не болеют, все пришли в поликлинику в назначенное время и были распределены, выполняли обязанности, которые были им назначены. Обучаясь на третьем курсе, они уже вполне могут выполнять ряд манипуляций, то есть они владеют и теоретическими знаниями, и практическими навыками по специальности сестринское дело, то есть то, что касается сестринских манипуляций, выполнения инъекций, измерения артериального давления, общая оценка состояния пациента, термометрия, работы с медицинской документацией. Также ребята под контролем специалистов занимаются забором крови на анализы, работают в процедурных кабинетах. Выполняя возложенные на них обязанности, они не только помогут разгрузить медицинских работников, но и пройдут настоящую учебную практику. Мы, конечно, не могли не откликнуться. Согласие нашего профильного департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, мы прорешали эту проблему, продумали и организовали, и решили, что эту помощь мы окажем в виде практики, в виде прохождения нашими студентами третьего курса лечебное дело, специальности лечебное дело, практики, производственные практики. Конечно, сроки были немножко передвинуты на более ранний срок. Студенты целый месяц будут помогать врачам и среднему медицинскому персоналу, после чего вернутся к обучению в колледж. По словам участников медицинского отряда Розалины Мерзликиной и Даниила Абрамова, всего несколько дней, проведенных в больнице, только укрепили их мнение о правильности выбранной профессии. Мне интересно изучать медицину. Мне интересно знания эти. Что ты можешь не обращаться к кому-то, а сам понимать, что происходит с твоим телом. А родственники обращаются к тебе? Да, обращаются. Это такая специальность, которая, в принципе, требуется везде. Особенно в нашем округе это очень актуально. То есть я смогу пойти работать и медицинской сестрой, также я могу пойти работать и в поликлинику на диспансеризацию. Вот, могу поехать в округ, в какое-нибудь село или деревню, быть там фельдшером. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».